все-таки вопрос, на который не был ответ получен. А чего с этим молодым человеком, которого мы разбирали с его личной жизнью? Вот с той самой... Или вы ответили, Сергей, я не помню. Я не ответил, но я посмотрел. А, посмотрели? Я тоже посмотрел. И? Сергей, отвечаете вы сначала, потом я. Хорошо. Он хочет семью, он хочет детей, и он не хочет жену, ему плевать, как он будет жена. То есть хочет детей, хочет семью, но ему все равно какая жена? Ну, дети от Святого Духа как бы еще не берутся, в общем-то. Лично жены не принципиально. Понятно. А девушка. Ну, допустим, это, ну, можно с этим согласиться, но все в порядке в данном случае. Плохого ничего нет. То есть все будет нормально? Все может быть нормально. Все может быть. Логично. Эльза, а что вы скажете? Здесь я, может быть, чуть-чуть не соглашусь с Сергеем, но вообще, наверное, не особо возражу. Потому что у меня на его отношение к девушке выпала карта Луны, а на отношение девушки к нему карта Солнца. То есть он для нее настоящий мужчина, а она для него человек, который светит отраженным светом, во-первых. Во-вторых, женщина, конечно, потому что Луна. И, скажем так, его устраивает ее отношение к себе, а она к нему очень привязана, ну, не то чтобы привязана. Там были такие карты, как якорь, лилии. То есть для девушки семья является чем-то весьма важным, и она привязчива и стабильна. А поскольку она видит в нем солнце, яркого человека и большой потенциал, то она будет очень следовать его каким-то, не знаю, настроениям, да, директивам. То есть она будет достаточно послушной и преданной женой. Хотя, конечно, не исключены какие-то колебания, потому что раз она одна, значит, есть и капризы определенные, и переменчивость настроений, и эмоциональность. Возможно, легкая ревнивость, но это уже какие-то тонкости и глубины, которые, наверное, надо рассматривать непосредственно беседуя с мамой. Но в целом все хорошо, да, я согласна. Замечательно. Возвращаясь к Таро и возвращаясь к оракулам, есть ли смысл работать с оракулами, которым много лет, а даже сотен лет? Я считаю, что да. Какой еще большой? Проверено временем, да, имеется в виду? Что? Проверено временем. Сергей, что даже, вы скажете? Даже не то, что проверено временем. Это расширение. Это новая техника. Это новые нюансы, новые тонкости. Это вот как ты изучаешь язык, да, и ты изучаешь там всю историю языка. И расширяешь свой словарный запас. И какую-то специальную лексику изучаешь. Твоя речь делается богаче, твой разум делается богаче, твои ассоциативные связи, которые ты можешь выставить, делаются богаче. Карты Таро – это, конечно, очень круто. Там их всего 78. При всем своем желании они не могут описать весь мир. Просто не могут. Это мы сколько всего должны в одну карту запихать, чтобы весь вот этот богатейший мир, миллионы понятий, чтобы мы туда всунули, как оно было. Поэтому каждый новый оракул, он обогащает. Ты получаешь какие-то нюансы, какие-то оттенки. Вот мы говорили про карту «Звезда». В каждом из этих оракулов она имеет свой оттенок, свой нюанс. Но в принципе мы говорим об одном и том же. Есть такое понятие «гора», да? У нас есть гора Ленорман, у нас есть... у нас нет карты горы, таковой, но элемент горы присутствует на многих картах горы. И он дает дополнительный оттенок. И оно пересекается с понятием «горы», в той же Ленорман, и ты узнал эту карту, изучил эту карту, и видишь эту гору на карте Таро, и понимаешь вот какой-то дополнительный новый смысл. А вот проблема с новыми оракулами, который был придуман там вчера или позавчера, вот насколько он хорош, это вопрос. А те, которые уже работают, они наработали вот на отказ, были проверены, да? У них значения лишние, наносные, а что лучше иметь, исчезли.
их уже нету, да, ты можешь ими пользоваться. Ну, то есть я считаю, можно не учить, конечно, можно не учить, можно вот один рецепт выучил, супа, и всю жизнь этот один купаешь. И вопрос, если тебе это устраивает, то либо. Но если тебе хочется попробовать уху, и хочется попробовать рот, еще там какой-нибудь, ну, тогда ты должен учить новый рецепт. Понятно, но вы знаете, существует мнение людей, разных людей, о том, что, ну, мир меняется, мы не стоим на месте, идет развитие какое-то, цикл заканчивается, цикл начинается. Вот, к примеру, у меня в воскресенье будет передача тоже с одной женщиной, очень известной женщиной. Она занимается, ну, примерно, может быть, не Таро, она говорит уже, она уже как бы, она убрала от у себя, скажем, Таро как инструмент каких-то предсказаний. Она говорит, ну, сейчас все изменилось, и ДНК даже меняется. Вот мы находимся... Я понимаю. Ну вот мы находимся... Да, мы находимся, допустим, кто-то говорит, уже в квантовом переходе. То есть он уже произошел. Вот у меня к вам вопрос. Он произошел или мы еще вот там, в прошлом? Вот двигается старое, а вот начало двигаться новое. И мы сейчас находимся в этой ситуации, когда старое и новое работает. И Таро, на мой взгляд, его никто не отменял. Оно не исчезло. Оно развивается. Развивается бурно. Вот. Сказать, что оно уже там отжило свое, что его надо выкинуть в помойку, как клинописи там или еще что-нибудь. Я не могу так сказать. Я вижу, как Таро сейчас трансформирует, приобретает новые смыслы, новые игры, стремясь вот соответствовать новому времени. Да, вот это то, что оно отжило, я этого не вижу. То есть, и когда читаешь историю, как оно меняется, ты видишь, можно продолжить, положить куда-то, что будет происходить, развитие. То есть, получается, если сейчас появится, ну, кто-то, оракул появится, новые какие-то, вот вы говорите о том, что уже появляются, они действительно появляются, и разные виды, и ангельские там, Таро. Кстати, наверное, к Эльзе все-таки я хотел спросить. Дарин, есть такая Дарин Вилча, да, известная дама у нас, американка, да. Она работает с ангельским Таро. Вот что это за Таро такое и в чем разница между обычным, вот, то, что мы сегодня освещаем? Ну, если можно, я скажу пару слов еще о старых оракулах, зачем их стоило знать. И за год приду к этой теме. Дело в том, что мы же всегда изучаем, ну, культурные люди изучают действительно языки, например, мифологию греческую. И вот второе, по сути, на сегодня, да? А вот, например, Большой Ленорман, ее очень много. И можно не просто рассказать о том, что человека сейчас происходит, а можно примерно предположить по развороту мифа, по мифологии, что может происходить в дальнейшем. Потому что миф – это и есть архетип, да, который мы потребляем, как юнгианский термин. Но, собственно, я хотела сказать про ангельское Таро. Оно тоже, в общем-то, берет свои корни, неправильно выражаюсь, извините, но вы поняли, да, что я хотела сказать. Да. Корни его растут из, на самом деле, Таро 19 века, Макгрегора Мазерса, или даже еще из более ранних вариантов, Джона Ди, 17 век, Эдварда Келли, которые номинизировали английский алфавит нахианский, который лег в основу колоды, которую сделала Золотая Заря в 19 веке, Орден Золотой Зари. И, собственно, Макгрегор Мазерс, который стоял во главе этого ордена. И колода, которая принадлежала Золотой Заре, состояла из карт, на каждой из которых был нарисован гений или ангел, или архангел из сефиротической системы, и не только сефиротической. И карты даже сохранили по сей день часто. Их называют повелитель, скажем там, десятка, повелитель радость и так далее и тому подобное. Потому что к гениям и ангелам надо было обращаться очень уважительно. Собственно, карты Вейта,
не вейта, простите, а мазарта использовались для того, чтобы им делали талисманом одним вызываниями определенными. Поэтому то, что сейчас называют второго ангела, имеет очень прочную основу 19 века и даже 17.